Добрый день, дорогие телезрители. Хочу вам показать поршни на двигатель A5D Kia Rio, стандартные, с их серийным номером. Фирма СВП, также можете посмотреть у них на сайте, их производство сделано в Корее. Соответственно, посмотрим, как выглядит поршень. Каждый поршень в своей упаковке. Комплектуется пальцем. Стопорных колец в нем нет, потому что прессуется в шатун. Поршень стандартный, соответственно, есть 0,25, 0,5 и колечки к нему. Вот видим юбку у него и проточки под клапаном.